кто сказал, что киты должны быть только синими? Смотрите, какой очаровательный розовый кит у нас родился. 58 сантиметров розового очарования. Вот с такой красивой объемной вышивкой. И она приплыла к нам вместе со своим маленьким китенком. Размер китенка примерно 20 сантиметров. Такой кит станет очень красивым и оригинальным подарком, украшением интерьера. Шьется он легко и просто, поэтому справится даже начинающая или неопытная рукодельница. Шить такого кита можно с помощью нашего набора для рукоделия. Сейчас я вам покажу, что входит в него. Все наши наборы очень красиво упакованы. Внутри вы найдете открыточку. Маленький пакетик с фурнитурой. Здесь будет 4 цвета нитки мулине и глазки для мамы кита и малышки. Ткань. Это очень приятная велюровая на ощупь ткань с мелким ворсом. Очень легкая и простая в работе. И инструкция. Сейчас покажу. Внутри инструкции вы найдете иголочку. Она вам понадобится, чтобы пришить глазки. Также теперь во все наши наборы входит вот такой маленький милый паспорт для игрушки, где вы сможете указать ее рост, размер, место рождения, имя, написать имя мастера. И подарить с таким паспортом игрушку будет очень интересно и мило. Так как киты достаточно большие, выкройка не помещается целиком на один лист, поэтому при работе выкройку предварительно необходимо склеить вот в этих местах. Инструкция очень подробная. Также вы в нашей инструкции найдете ссылки на видеоуроки. Здесь подробно описан процесс, как сделать эту вышивку. Написаны названия стежков. И по ссылке по видеоуроке вы сможете увидеть процесс самой вышивки. Вот такой очаровательный кит получится у вас из нашего набора.